Всем привет! Я пошла сейчас с Климкой гулять, и пошел внезапно дождик. Правда, не крупный, очень мелкий, но я так рада, что я взяла с собой зонт. Вот так вот мой жладкий томатик спит. Мой сынусенька. Тоже без носочков. Несмотря на то, что идет дождь, все равно не холодно. Мой сладкий, я ему так завидую, я бы тоже так поспала. Климка во дворе, вот я на месте. Не знаю, удастся ли мне уснуть, но, по крайней мере, я лежу. Это уже большая редкость и удача. Сладкий, ты чего? А мы с Климкой поспали, да? Климка уснул, уже вечер, поздно, он спит. Сколько всего, да, Клим? Уйти, мой сладкий. Мы приехали сюда к Климке суп. Вот это моя любимая каша. Вообще никакой рекламы. Я думаю, что Хайнц не требует рекламы. Вот это наш любимый супчик. Честно, это вообще моя палочка-выручалочка. Сабель залипает в моем новом телефоне. Покажи, кстати, чехол. Ну такой, немного странный, но в моем стиле. Идем еще. Смотри, сколько всего. Большая Климка. Собака. Где собака? Как мака, только большая. А как собачка делает? Ага. Ты что, испугался? Это же щеночек. Ну все, все. Климка устал сидеть. Клим, ты далеко пошел? Мне так нравится, как он пьет с этой штучки. Такой он взрослый пацан. Такой выброжуля. Ну, хватит уже пить, описишься.